Спасибо. Спасибо, дорогие люди. Среди вас находятся как хорошо нам знакомые, так и совсем незнакомые. И, честно говоря, те, которые нам хорошо знакомые, мы не просто вам рады, мы вас обожаем, что вы ходите на наши концерты. Дело в том, что мне, я не знаю, как-то странно, недавно с одним мужиком разговаривал, он такой, ну, конкретный мужик такой, такое впечатление, что водитель КамАЗа, и говорит, ну, я-то постарше тебя буду. Ну, да. Я тебя постарше буду, говорит, потом, мне 44, сказал он. Я подумал, ну да, наверное, это здорово, пока еще держимся. Вот я хочу пожелать тем, кого мы знаем, чтобы когда будет 7-5 концерт в пользу радости, вот, чтобы вы были в здравии и вас привозили внуки не в колясках, таких вот с пандусами, да, а на КамАЗе на веревочке, да, так что. Вот. Ну а еще мы вас очень хочем попросить вас очень. Очень хочем, да. Вот. Чтобы вы рассказывали о нас всем своим здоровым родственникам и их друзьям, да. Чтобы они приходили на наши концерты, потому что, как сказал барабанщик группы «Оптимальный вариант», надо что-то с публикой делать. Потому что скоро они все умрут, и нам не перед кем будет играть. Это не я. Нет, у нас группа «Пчеловен», поэтому... Да, вот. Поэтому сейчас мы будем исполнять еще песни, но вы помните, пожалуйста, нашу просьбу быть здоровыми. Главное, чтобы вы были здоровы. Сейчас песня, которая будет представлена на нашем будущем альбоме «Акустический бродячий цирк». Часть первая в этой песне. Две части. Некоторые особо пытливые девушки уверены, что это одна и та же песня. Это не так. Там разные слова. Для тех, кто не понимает по-русски, я потом буду писать караоке вот этими буквами, значит, всем, кто присылает ВКонтакте, еще какие-то вопросы. Аккорды не могу написать, люди тоже просят аккорды каких-то песен тут присылать. Этой песни я аккорды не знаю, поэтому просто мы будем ее играть. Она называется «Акустический бродячий цирк», и пока что часть первая. Раз, два, три, раз, два, три, раз. И на плечо огольцы, мудрецы, а иначе зачем в гости пошаловал, ах, акустический цирк. И народ всем над куполом неба парит пчела. Будет веселье, бегут сорванцы, и публика станет шалеть, свистеть и смеяться. И ждать, как обычно, привычных затей, медведей, жонглеров, шутов всех мастей, млеть и ликовать, зубоскалить и восхищаться. И артисты уже предстали собой полный рост. Эквилибристы, главное не наступить на свой собственный хвост, как на той артисты, но на задних лапах не ходит никто. Нет дрессированных мышек по льду, и нет шапито в этом марионеток. Так что же? От смерти к любви и к смеху от слез эти черти танцуют другую всерьез. И я обязательно всех их представлю, но позже. А пока что они скоморожат и жизнь возбуждают.
и сердце бьется. Иконоподобные клоуны пусть уезжают, от цирка остается под куполом неба парит пчела. Говоря навсегда. Помни, критически
возит. И я его встречу, пожалуй, на острове Крит. Коньяк не спасает, я тот, кто я есть. И это не место, а высокая честь. И я буду тем, кто поход еще раз смешит. Потому что, видимо, его отец был Себастьян. Так вот, Олег мне не сказал, что завещал великий Иоганн Себастьянович Бах. Но сейчас он построит гитару и все это расскажет. Потому что он вообще радиохэд, как говорят, тоже его. Евгений Сгодов, кстати, между прочим, вот, о нем много говорили, но кто не знает, кто это. Мне минимум 2 или 3 с половиной человека знают, кто это. Как завещал великий Себастьян Бах, завещал не играть песни, произведения, следующие одно за другим, одной и той же тональности. Потому что иначе у многих людей создается ощущение, что он написал одну фугу си бемоль минор. Собственно, от этого прикольно. Не поэтому, а потому что он писал, что у многих людей создается ощущение, что бывают разные тональности. А он не хотел обманывать. Да. Хорошая мысль. Я же гармошка. Честно вам сказать, нам очень нравится, что некоторые из вас едят и выпивают. Потому что в этом сразу есть здоровье какое-то. Очень обычное, конечно, прослушивание очень хорошо, и мы видим, как нас внимательно и вдумчиво слушают. Но вы не забывайте, что клуб «Алиби» очень рассчитывает на то, что вы поправите его финансовое положение. Поэтому обращайтесь к Валентине. Обращайтесь. А следующая песня называется «Я уже здесь». О чем эта песня? Это практически не о чем. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. Небылицы насмешат тебя, наклонится небо. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. А дождь прольется, жди, это я спешу к тебе. А дождь проснется, жди, это значит, я спешу к тебе. Жадно станет влагу пить земля, утоляя жажду. Дождь
прольется, жди. Это я спешу к тебе. Солнце знает толк в хороших вещах, и это очень даже летняя весть. Если шепчется рязко, ты знаешь, я близко, я уже здесь. Услышишь ветер, верь, это где-то рядом я. Задышит ветер, верь, это значит, где-то рядом я. Очарованный чудной пчелой, я лечу навстречу. Услышишь ветер, верь, это где-то рядом я. И это очень даже летняя есть. Если шепчется рязко, значит я близко, я уже здесь. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. Услышишь солнце, знай, это я тебе послал привет. В небе тесно станет песням птиц, и случится небыль. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. Я уже здесь. Спасибо. Я не знаю, есть здесь люди, которые в этом зале, которые знают, кто такой Алексей Бычков. Если есть, то хорошо, а если кто не знает, то я скажу, что это мой очень близкий друг, очень дорогой мне был человек. Он совсем недавно отметил свой полувековой юбилей, такой удивительный солнечный человек, ушел в горы, ну и, в общем, там и остался, так случилось. И песня, которую мы сейчас будем исполнять, она не была написана для него, и она ему не посвящена, но... Это лишний раз напоминание о том, что люди солнечные, миру распахнутые, фантазийные люди всегда живут в поэтическом пространстве. В поэтическом пространстве, в придурашливом наряде, я летаю смеха ради и отчасти из упрямства. Мне давным-давно сказали, что летать не могут люди, то ли забыли, то ли не знали. Придурашливом наряде, в поэтическом пространстве.
физическом пространстве. В придурашенном наряде лицедейство постоянства. А если склонен к лунаве, мне давным-давно твердили, что улетают только птицы. Толь не знали, толь забыли, толь не верят в небылицы. В придурашливом наряде, в поэтическом пространстве. Смеха ради, без кокетства и упрямства. У одних мечтания тухнут, у других надежды тают. Даже если камнем рухнут, то хотя бы полетают. Придурашливом наряде, в поэтическом пространстве, в поэтическом наряде, в придурашливом пространстве. Гаснет свет до утра,
Дай ей, Господи, радости, и не подглядывай, ей просто пора. Желай ей удачи, ей просто.